Всем привет, меня зовут Андрей Кекс, и ты попал на онлайн-марафон «Всероссийский день открытых дверей», который Учеба.ру делает совместно с социальной сетью ВКонтакте. Ставь лайк, проверяй, работает ли у тебя чат, куда ты можешь задавать лично вопросы нашим героям. А я напомню, что наши герои, наши гости, наши спикеры – это ведущие вузы нашей страны. Все это делается для того, чтобы ты смог по итогу получить невероятную подборку лучших учебных заведений, выбрать вуз своей мечты и как следует подготовиться к поступлению. Мне кажется, немало, но и даже это еще не все. Если ты будешь активным зрителем и будешь активно задавать вопросы нашим гостям, то Учеба.ру сделает тебе подарок, а может быть два, а может быть три, потому что эфиров, потому что созвонов вот этих онлайнов у нас очень много, а ты... Ты не один, кстати, ты не расслабляйся, поэтому давай, пока тебя кто-нибудь не опередил, уже можешь написать, как у тебя дела.
Как ты нас слышишь, как ты нас видишь? И когда я говорю нас, я не имею в виду себя и в третьем лице я к себе не отношусь. Нет, у нас есть гости, которых я сейчас тебе и представлю. С кем мы сегодня общаемся и вообще о ком я сейчас говорю? Сегодня мы встречаемся с представителями бакалавриата образовательной платформы «Нетология». Я напомню, что программа бакалавриата разработана совместно с Тюменским государственным университетом. После окончания обучения выпускники получают дипломы очного бакалавриата вуза. Сейчас вместе с вами мы разберемся, как выбрать свою специальность в огромном мире разработки. Вы только представьте, какой это большой мир. Если не можете, то мы вам сейчас поможем. И как, собственно, это все можно представить, давайте я вам расскажу, кто нам в этом поможет. В первую очередь представляю продюсера онлайн-бакалавриата «Нетология» Оксана. Оксана, здравствуйте. Всем добрый день. И вместе с ней, вместе с Оксаной, также у нас ментор бакалавриат программы разработки IT-продуктов и информационных систем Алексей Топчий. Алексей, здравствуйте. Привет. И вот когда мы собрали внимание наших зрителей, наших будущих, точнее, ваших будущих абитуриентов, ваших будущих студентов, я прошу вас, расскажите нам, что же это за такая великолепная программа, и как это вот так вот онлайн, обучаясь, ты еще и диплом настоящего вуза физического можешь получить. Все, хорошо. Большое спасибо, наши уважаемые слушатели. Тогда предлагаю начинать наш вебинар «Как выбрать профессию в разработке» и ждем презентацию на экране. Все, отлично. Давайте сначала немножечко познакомимся с «Нетологией». «Нетология» – это образовательная платформа для специалистов, которые хотят профессионального роста, либо которые хотят сменить свою профессиональную деятельность. Мы уже обучаем современным диджитал-профессиям и помогаем специалистам как раз совершенствовать свои знания и навыки. Мы уже около 11 лет на рынке, и за это время у нас более 100 тысяч выпускников, 11 направлений обучения, 4 премии Рунета, причем одна у высшего образования, но это я сейчас расскажу, и более 800 человек в штате, которые непосредственно делают наши продукты. Если вы уже были или знакомы с нашей «Нетологией», то обязательно пишите в чат, рассказывайте свои истории, а я расскажу про высшее образование. Высшее образование у нас открылось в 2021 году, и тогда мы запустили всего 2 онлайн-магистратуры, а сегодня мы уже запускаем онлайн-бакалавриат. И у нас уже за это время накопились наши премии. Первая и самая главная премия – это премия «Рунета». Если вы не знаете, что такое премия Рунета, для нас это такая самая главная подчеркивающая премия, которая говорит, что мы молодцы, и высшее образование у нас сейчас развивается и развивается в номинации «Образование и кадры». Кроме этого, у нас есть международная премия «Время инноваций» 2021 года, номинация «Продукт года», категория «Наука и образование». Есть премия «Эффективное образование» в номинации «Программа года», категория «Онлайн-образование». И премия «EdTech Awards» в 2022 году от Smart Ranking в номинации «Лучший кейс партнерства с вузами». Теперь мы говорим про нашего партнера. Мы делаем эту программу совместно с Тюменским государственным университетом. ТюмГУ – это флагман образовательной и интеллектуальной научной жизни региона. И сейчас он входит в топ-15 лучших российских вузов по версии HeadHunter. То есть ребят, которых выпускается с данного университета, раскрывают, как, скажем так, горячие пирожки. Кроме этого, он входит в топ-20 лучших вузов России по уровню зарплат, занятых в IT-области молодых специалистов. Поэтому обязательно присмотритесь к этому университету. Кроме этого, почему мы делаем непосредственно эту программу с Тюменским государственным университетом, они с 2022 года делают свои программы бакалавриата по модели 2 плюс 2. То есть первые 2 года вы просто обучаетесь и получаете какие-то базовые знания, плюс базовые именно в профессии. И со второго года, то есть с третьего курса обучения, вы уже непосредственно выбираете направление, в котором будете обучаться. В нашей программе это не исключение, но расскажем о ней чуть позже. В составе Тюменского государственного университета ходит 15 институтов, 2 филиала, и это более 20 тысяч студентов и аспирантов, в том числе есть и иностранцы, с которыми вы сможете познакомиться. Ну что ж, тогда переходим к самому началу. Знакомимся с нашим ментором. Это Алексей Топчий, ментор бакалаврской программы «Разработка IT-продуктов и информационных систем». Давайте немножечко расскажу о нем. Это руководитель разработки сервиса ценообразования VIX5 Group. Более 20 лет опыта в разработке на различных уровнях. Это и бэкэнд, и фронтенд, и фуллстэк разработка. Но об этом чуть-чуть попозже. Кроме этого, он работал с Сбертехом, занимался единой фронтальной системой. В Яндексе участвовал в стартапе FMCG и разработал бэк-офис в Яндекс.Маркете.
чуть позже вы сможете задать ему вопросы, поэтому уже готовьте их, а теперь мы знакомимся с Алексеем. Алексей, расскажите чуть-чуть о себе и о том, кто же такой ментор непосредственно бакалаврской программы. Да, спасибо, Оксана. Ментор бакалаврской программы – это тот человек, который работает в индустрии и своим опытным взглядом смотрит на программу, соответствует ли она тем стандартам, которые индустрия предъявляет к разработчикам, все ли там адекватно с точки зрения новизны языков, технологий, и помогает студентам во всех вопросах, которые у них могут появиться, связанные с тем, как разработчики работают, что им сейчас требуется, в каких областях, какой набор навыков им нужен. Так, Алексей, теперь же скажите еще чуточку о себе. Возможно, вам хочется что-то еще дополнительно добавить, что мы еще не успели о вас сказать. О себе я хотел бы сказать, что я достаточно давно работаю в индустрии. Пришел я в индустрию разработки где-то лет 25 назад. И меня всегда вдохновляло вот именно то, что программист – это тот человек, который может заставить машину делать то, что ему надо. То есть мы каким-то образом меняем мир через вот эти вот современные технологии. Начинал я с каких-то простых языков вроде 1С и связанных там с бухгалтерией. Потом работал в банковской сфере достаточно долгое время, попробовал и бэкэнд, и фронтенд, и сейчас даже занимаюсь какими-то инфраструктурными вопросами, там, облачными сервисами. В общем, попробовал все, везде интересно, везде все очень быстро меняется, и это тоже очень мотивирует заниматься этим. Ага, отлично. Тогда мы непосредственно переходим к разработке IT-продуктов информационных систем, рассказываем про нашу программу и непосредственно про направление. Давайте еще разочек подытожим, кто же такой разработчик и что он делает, и почему он у нас очень такой актуальный в данном мире. Так, разработчик – это тот человек, который непосредственно пишет код. То есть в мире IT-технологий очень много всяких профессий. Это и тестировщики, и девопсы, даже менеджеры. Но разработчик, программист – это тот человек, без которого вот современные технологии нельзя себе представить. То есть это тот человек, который излагает на понятном машине языке инструкции, которые потом преобразуются в там, программные системы, машинный код и всякие такие вещи. Отлично. Как вы думаете, будет ли у нас разработчик все так же популярен лет через 5, когда у нас ребята как раз будут выпускаться? Да, я думаю, что, учитывая тенденции последних 20 лет, разработчиков больше не становится, а потребности в разработчиках становится все больше, потому что системы растут, все больше областей нашей жизни цифровизируются, компьютеризируются, и объем тех данных, с которыми приходится работать, постоянно нарастает, и людей не хватает. В связи с этим системы тоже становятся сложнее, и больше нужно каких-то знаний, в частности, там, достаточно фундаментальных знаний. Я думаю, что в ближайшее время, даже с учетом того, что сейчас какие-то появляются нейросети, наверняка вы все слышали, и пророчат, что эти нейросети заменят разработчиков, я так не думаю, потому что, как минимум, программировать эти нейросети придется тем же самым разработчикам. Просто труд разработчика станет более высококвалифицированным и еще немного более сложным. Значит, у наших ребят вообще есть все шансы сразу попасть, скажем так, на любую профессию. Теперь поговорим о том, вот ребята пойдут непосредственно работать разработчиками. В какой именно должности, пока неизвестно. Но вот расскажите, а какие навыки нужны этим ребятам, самые первичные для того, чтобы вот как раз пойти работать в данной сфере? Да, вот тут мы собрали перечень навыков, который необходим. То есть любой из этих навыков, ну или его отсутствие, скорее всего, затруднит сильно работу в IT-сфере из-за того, что
Первый навык – это владение языками программирования. Мы выбрали самых три распространенных языка – это Java, Python и JavaScript. Без какого-то языка программирования работать программистом практически невозможно. Ну, может быть, менеджером можно. Программистом нельзя, потому что программист – это тот человек, который программирует. Чтобы программировать, нужно обязательно знать какой-то из языков программирования. Мы выбрали самые распространенные. Их полный список языков насчитывает, наверное, сотни. И многие из них используются в каких-то очень узких специализированных местах. Вот те языки, которые здесь представлены, они очень широко распространены, и каждый из них составляет подавляющее множество в каком-то из аспектов программного обеспечения. То есть без языка мы не можем. Это первое. Второе – это проектирование, разработка. Когда мы знаем язык, мы можем что-то запрограммировать, но чтобы запрограммировать какую-то систему, отличную там, от калькулятора или блокнота, надо понимать, как системы между собой взаимодействуют, каким образом так написать код, чтобы дальше его было легче поддерживать, потому что любой код надо дальше развивать, дописывать, исправлять ошибки. Это называется поддержка кода. Вот чтобы хорошо, быстро и легко код поддерживать, надо понимать, как система проектируется, то есть из каких кусочков она состоит. Это изучается вот на дисциплине проектирования и разработка. Третье – это работа с сетями, потоками данных. Тут посвящается внимание взаимодействию между системами. То есть когда мы написали на каком-то языке систему, спроектировали, дальше мы эту систему должны погрузить в какой-то ландшафт. Вот, не зная то, как в этом ландшафте между собой взаимодействуют системы, а взаимодействуют они, как правило, по сети и гоняют какие-то потоки данных. Вот, не зная, как это происходит, тоже крайне сложно спроектировать хорошую систему. Четвертое – это применение фреймворков и библиотек. Тут речь о том, что много чего в индустрии уже разработчиками другими написано. Вот. И чтобы тысячу раз не писать одно и то же, все то, что написано другими разработчиками, оно объединяется в какие-то библиотеки, в какие-то большие, так называемые, фреймворки. И знать их, знание этих фреймворков позволяет нам не писать что-то, что уже написано до нас, так называемое не изобретать велосипед, а брать готовое и работать с ним. Это очень полезно, это ускоряет наш труд. То есть в современных системах, допустим, тот же сервер, который обрабатывает веб-странички, можно написать буквально в 3-4 строки, только из-за того, что все остальное уже написано в виде библиотек. Пятое – это применение agile-методологий. Это так называемые быстрые методологии, это уже про взаимодействие между людьми. То есть, когда мы научились писать на каком-то языке какие-то системы, погружать их в инфраструктуру, применять фреймворки и библиотеки, нам нужно понимать, как люди взаимодействуют в команде, как они понимают, какие задачи кто из них решает, как они обсуждают эти задачи, как они получают от заказчика его потребность решать эти задачи. Вот всему этому посвящена agile-методология. Это то, как люди взаимодействуют при разработке современных проектов. И последнее – это дизайн интерфейсов, многостраничные сайты приложения. Это уже что касается пользовательского интерфейса. То есть, когда мы написали какую-то программу, нам нужно человеку предоставить что-то, какой-то экранчик, формочку, с которым он будет взаимодействовать, говоря этой программе, что ему нужно. Вот. Это там, если рассмотреть предложение какого-нибудь онлайн-банка, то интерфейс онлайн-банка позволяет нам делать переводы, смотреть баланс. И для всего этого нам нужно понимать, как вот эти кнопочки, стрелочки, поля ввода, циферки и все остальное, как они между собой взаимодействуют, как их программировать. И все это называется дизайном интерфейса. Mm-hmm. Очень здорово и просто очень понятно, прям на простых примерах.
все, вот мы сейчас проговорили про разработчика. В рамках нашей программы мы будем обучать на три специальности. Это бэкэнд, фронтенд и мобильная разработка. Знаю, что вы успели поработать в различных, скажем так, должностях. Скажите, а чем это принципиально отличается и как так получилось, что вы успели поработать на различных направлениях? Ага. Принципиально эти три сферы различаются, наверное, сложностью, какими-то особенностями разработки и сферой применения. То есть бэкэнд-разработчик – это человек, который делает вот ту часть айсберга, назовем это так, который находится под водой. То есть это часть программы, которая где-то на серверах работает внутри банков, защищена и обрабатывает огромные объемы. То есть когда вы приходите там в какой-то банк с целью сделать перевод, вбиваете циферки своего счета, сумму и отправляете. Где-то там в большом дата-центре, в удаленном, большая программа смотрит, сколько денег на счету, проверяет остатки, сверяет с какими-то правилами и делает это все там с десятками, сотнями, тысячами, там, миллионами переводов одновременно. Вот то, как работает эта программа, как она устроена внутри, как она переваривает такие громадные объемы, это занимается бэкэнд-разработчик. То есть бэкэнд – это человек, работа которого в идеальном мире нам даже и не видна. Фронтенд-разработчик, с другой стороны, это тот человек, который делает те формочки, с которыми вы ежедневно взаимодействуете, либо через браузер. Допустим, когда вы вбиваете в Яндекс.Поиске какую-то строку, вот та формочка, картиночка, кнопочка, которую вы видите, это то, что сделал фронтенд-разработчик. Он отвечает за то, чтобы все эти кнопочки хорошо выглядели, правильно были расположены, на всех разрешениях экрана выглядели более-менее адекватно, и чтобы данные с них можно было отправить серверу, который обработает и вернет ответ. И представление этого ответа там в виде списочка тоже работа фронтенд-разработчика. А мобильный разработчик – это человек, который делает тот же самый интерфейс, но уже внутри мобильных приложений. Это у нас сейчас самые распространенные Android и iOS. Его задача немножко отличается от фронтенд-разработчика и сильно отличается от бэкэнд-разработчика в силу того, что на мобильных приложениях есть такие вещи, как геолокация, работа с камерой, работа с набором телефонного номера, есть какие-то особенности работы с сетью. То есть оно очень похоже на фронтенд разработчика, но сильно отличается в плане возможностей самого приложения и языков, на котором они написаны. Отлично. Алексей, поделитесь своим опытом работы вот на различных этих направлениях. А, я начинал с бэкэнда. Работал в банковской сфере, мы автоматизировали банки, и как раз вот я не понаслышке знаю про то обилие транзакций, насколько там все строго и быстро должно работать, насколько это все должно быть защищено, насколько много там всяких особенностей, связанных с законодательством, с отчетностью. Но это достаточно интересная область, она позволяет как раз погрузиться в мир так называемых больших данных, быстрой обработки, там, огромных объемов памяти, потому что там бэкэнд приложения сейчас, они работают на серверах, у которых там 256 процессоров и 512 гигабайт оперативной памяти. Вот с этими всеми пугающими объемами можно поработать, посмотреть, как это все внутри устроено. После бэкэнда мне показалось интересным посмотреть, что там происходит на фронтенде, потому что на фронтенде ты, когда что-то запрограммировал, ты можешь сразу в течение нескольких секунд увидеть результат своей работы, пощелкать эту кнопочку, поменять свет, подергать разрешение экрана туда-сюда, посмотреть, как эта форма преобразуется. И вот эта вот обратная связь, она очень мотивирует, дает какой-то драйв, когда ты видишь сразу результаты своего труда. На бэкэнде результаты ты можешь увидеть там через неделю. И после того, как я поработал на фронтенде, одновременно я работал и на бэкэнде, появилась возможность попробовать, что там
такое в мобильном мире происходит. И как раз вот в Яндексе я поработал над мобильным приложением. В этом тоже свои есть плюсы. Плюсы такие же, как во фронтенде, что что-то написав, ты сразу можешь посмотреть на результат своей работы. Но там еще плюс в том, что ты видишь, как твое приложение там поднимается в каких-то рейтингах магазинов приложений, как пользователи пишут тебе отзывы, там где-то негативные, где-то позитивные, где-то хвалят. И это тоже достаточно интересно, и интересный опыт работы вот со всякими штучками вроде геолокации, камеры, там отпечатка пальцев, события мыши какие-то там другие, там не события мыши, а события, там, когда мы пальчиком елозим по экрану. Ну, как-то так. Такой интересный мир. Ребята, обязательно напишите, а какое же направление непосредственно ближе к вам, а мы переходим дальше. Вот сейчас по данным HeadHunter и по данным такого сайта, как Хабр, самое популярное направление – это мобильная разработка, дальше как раз бэкэнд и фронтенд. Алексей, подскажите, вот как так получилось, что мобильная разработка сейчас самая популярная, и из-за чего сейчас такое, и чем вообще различается с точки зрения там трудности или легкости все эти три направления? Скорее всего, это связано с тем, что сейчас все меньше и меньше остается у нас десктопных компьютеров, то есть все приложения и все сервисы уходят там либо на ноутбуки, либо большинство из них уходит на мобильные платформы, то есть любое уважающее себя там маломальские приложения, оно имеет свою мобильную версию. И таких устройств, на которых работают мобильные приложения, становится с каждым годом все больше и больше. И тенденция как раз идет в сторону увеличения именно мобильного трафика и уменьшения трафика десктопного. Поэтому, на мой взгляд, такая большая потребность мобильных разработчиков, и она, скорее всего, будет только увеличиваться. А разница... Какой был второй вопрос, Оксана? Разница между бэкэндом, фронтендом и мобильной разработкой именно не с точки зрения того, что они делают, а с точки зрения востребованности. То есть кому больше подойдет там бэкэнд-разработка, а кому фронтенд? А, востребованности. Ну, опять же, бэкэнд-разработка, она достаточно сложная, и мне кажется, на старте в нее сложнее войти, чем во фронтенд. В мобильную разработку, скорее всего, войти чуть сложнее, чем во фронтенд разработку. То есть самая простая область, куда можно залететь, это все-таки фронтенд, я считаю. Там и более простые языки, и более простые инструменты, и достаточно там для старта иметь блокнот и браузер, и можно сказать, что ты уже фронтенд разработчик. Плюс там можно начать с самых каких-то простых вещей, там HTML-страничек, и закончить какими-то сложными приложениями вроде там социальных сетей современных и всем таким. Мобильная разработка, она немножко сложнее, во-первых, в силу того, что мобильный разработчик – это, как правило, разработчик для всех платформ, и, допустим, для разработки под iOS обязательно нужен MacBook. Вот. То есть, если разрабатывать только под Android, это, наверное, будет не совсем интересно, интереснее разрабатывать под все платформы. И там придется столкнуться сразу с теми языками, которые у нас на бэкэнде, то есть это Java, это языки высокого уровня, но менеджер языки, так называемые, они немного сложнее, чем те языки, которые на фронтенде. А то, что мы видим на бэкэнде, это, наверное, совсем сложно. Во-первых, в силу того, что там достаточно сложно из себя... Сложно представляет работа с большими объемами данных, с какой-то оптимизацией базы данных, индексы. То есть там сама база, она достаточно такая непонятная с первого раза, и поэтому в нее вход, наверное, самый сложный. Хорошо. Получается, что на самом деле, вот если говорить на вашем опыте, то эти все три направления очень связаны, можно переходить. И вот мы сейчас на слайде выделили как горизонтальный трек, так и исполнительский трек, это именно карьерный рост. Вот скажите, можно ли совмещать эти два трека и вот исполнительский трек? Как быстро можно, к примеру, и джун-специалисты перейти в синьор?
Да, по поводу совмещения треков я, наверное, отвечу чуть позже. Я действительно начинал свою карьеру с джуниор-разработчика. Вырасти с джуниор-разработчика до синьор-разработчика, ну, там всего три градации. При должном организации этого процесса внутри компании какой-то, можно достаточно быстро. Как правило, многие компании заботятся о разработчиках и предоставляют им какие-то возможности для обучения, развития. И сейчас таких компаний все больше. Поэтому в такой компании я бы сказал, что с джуниора до синьора можно дорасти за пару лет, если будут интересные задачи соответствующего уровня и поддержка со стороны руководителей. Дальше уже это идет тимлид. Тимлид – это человек, который больше даже не про разработку, а про работу с людьми, работу в команде, помощь в решении каких-то задач другим разработчикам. И во многих компаниях совмещают так называемого тимлида и техлида. Я бы, наверное, это разделил. То есть техлид, технический руководитель, это тот человек, который заботится и об инфраструктуре, и о каких-то там технологических вещах. А тимлид, он, наверное, больше в сторону команды, работы с людьми, коммуникации с заказчиком. И вот как раз тимлид, наверное, вырастает в больше менеджера, который работает с людьми, а вот техлид вырастает в CTO, который у нас тут указан, это технический директор. И до технического директора, мне кажется, реально дорасти в течение 5 лет. Ну, правда, это будет не технический директор Яндекса, там, а это будет, наверное, технический директор какого-то небольшого стартапа. Но в целом вот этот вот трек от джуниор-разработчика до небольшого технического директора, я думаю, за 5 лет пройти можно, если будут интересные проекты и не однообразные задачи, а всегда какие-то новые вызовы, новые технологии и изучение всего нового. Что касается горизонтального трека, это когда мы движемся между бэкэнд, фронтенд, мобильным, либо фуллстек. Фуллстек-разработчик – это тот разработчик, который может разрабатывать и на фронтенде, и на бэкэнде, и даже, может быть, на мобильном. То есть, который полностью снизу вверх может разработать какую-то часть сервиса и знает все вот эти вот, все слои разработки. Горизонтальный трек тоже интересен с точки зрения получение всеобъемлющего опыта во всех технологиях. То есть тот человек, который поработал фуллстеком, он уже понимает, какие сложности есть у бэкэнд-разработчика, какие сложности есть у фронтенд-разработчика, и он может с точки зрения вот этих знаний каким-то образом задачи либо лучше декомпозировать, либо упрощать, перенося какие-то куски, допустим, с фронтенда на бэкэнд, с бэкэнда на фронтенд, либо какую-то обеспечивать унификацию там мобильного интерфейса и фронтенд интерфейса. По поводу одновременного развития в обоих треках, мне кажется, это достаточно сложным, хотя ничего невозможного нет, и если эта область, ну, именно IT-технологии, сильно драйвит, сильно нравится, то, наверное, можно попробовать. Но тут бы я побоялся выгорания и все-таки следил за так называемым work-life balance, чтобы не выгореть, не перегореть. И там со здоровьем тоже не было никаких проблем. Ментально. Здорово. А подскажите, вот в X5 групп, то есть вы по-любому, наверное, собеседуете ребят, кто сейчас больше идет, вот если в исполнительном треке и в горизонтальном треке, именно в вашу компанию? Как правило, у нас в исполнительском треке мы сейчас набираем весь спектр и джуниор-разработчиков, и мидл-разработчиков, и синьор-разработчиков, а вот тим-лидов и там на какие-то менеджерские специальности стараемся растить внутри себя. Потому что на этих позициях, как правило, более важны так называемые soft skills, это навыки работы в команде,
навыки работы с заказчиком, ну, в нашем случае работы с бизнесом. И когда человек у нас работает какое-то время, там год или два, мы уже понимаем, что от него ждать, и вот эти софт-скиллы, набор этих скиллов, уже у него понятен, и мы можем его двигать дальше по карьерной лестнице. По поводу горизонтального трека набирают всех. Ну, full-stack разработчики, они, как правило, более ценны, потому что могут закрыть с собой сразу там две или три вакансии. И там, если человек full-stack достаточно опытный, он может, наверное, даже закрыть какой-то кусок функции определенного сервиса один. Вот. Но если разделять фронт-энд и бэк-энд, то у нас, наверное, немножечко больше перекос в сторону бэкэнда. Потому что фронтенда в ритейле его не так много. То есть в основном тут упор на большие данные, на те задачи, которые происходят на серверах. Поэтому у нас это бэкэнд. Отлично. Тогда мы поговорили непосредственно про того, кто такой разработчик, про карьерный трек, про направление в сфере разработки. И, Алексей, смотрите, мы выделили три, скажем так, целевые аудитории, кому подойдет вот этот онлайн-бакалавриат, на котором мы будем учить разработчиков. Вот по вашему опыту, кому еще может быть понадобится данный онлайн-бакалавриат, который поможет, позволить ему выучить эти азы разработки? Мне кажется, тут все категории перечислены. Я бы хотел, наверное, вот их поподробнее еще немножко проговорить. То есть чем полезно выпускникам школ? Ну, тем, что они получают востребованную профессию. И кажется, что конца края потребности в IT-специалистах не будет. То есть некоторые там большие руководители каждый год нам пророчат, что программисты будут больше не нужны, но практика показывает, что программисты всегда в дефиците, а хорошие программисты еще больше в дефиците. Поэтому выпускникам школ я однозначно рекомендовал бы. Это востребованная профессия. Ограничение только то, если человеку совсем душа не лежит, то есть ему кажется либо сложно, либо больше ему нравятся какие-то там творческие профессии, вроде там, не знаю, рисования, музыки и пения, то тогда может не подойти. То есть заниматься этим через силу сложно. А заниматься, когда это нравится, когда получаешь удовольствие, ну, достаточно легко, и обучение тоже, я бы не сказал, что сильно затруднительно. Кроме выпускников школ, однозначно будет полезно уже состоявшимся специалистам, потому что наше обучение, оно дает какую-то структуру. То есть бывает так, что человек пришел на работу с каким-то образованием, может быть, даже профильным, но так как сейчас технологии очень быстро все меняются, он на работе уже немножечко перепрофилировался, потом пошел в какую-то смежную область, там по какой-то документации, там попрактиковался, поработал, но вот каких-то системных академических знаний ему не хватает. То есть какие-то вот области у него остаются незакрытыми, а так как он работает, он и ну, не совсем успевает этим заниматься и не всегда знает, какие области, где у него там вот эти слепые пятна. Поэтому для таких специалистов это обучение даст некую структуру, некую целостную академическую базу, которая, несомненно, будет полезна и там даже может как-то повысить самооценку и повлиять в том числе на карьерный рост. Ну, и особые категории, наверное, Оксана, это лучше ты объяснишь. Да, особые категории мы называем этих тех людей, кто по каким-то, возможно, причинам не может посещать очный. Причем у нас это Тюменский государственный университет, в Тюмень, скажем так, не все поедут, а тут есть возможность как раз получить образование в классном вузе онлайн, где ты сможешь получать все знания через интернет, не нужно никуда ездить. Плюс это возможность как раз людям в возрасте не стесняться себя и вот как раз общаться и учиться без каких-то барьеров. Тогда давайте немножечко еще подытожим. Сегодня мы с Алексеем поговорили, кто же такой ментор программы. Вот наш замечательный Алексей. Вы сможете с ними видеться уже непосредственно на программе, задавать ему вопросы, он будет вам все время помогать. Также поговорили про то, кто такой разработчик и какие ключевые навыки нужны выпускнику для того, чтобы пойти непосредственно работать по данной профессии. И рассмотрели
основные три специальности, на которые мы будем обучать. Это непосредственно бэкэнд-разработка, фронтенд-разработка и мобильная разработка. Тут я думаю, что мы немножечко задержимся и зададим все свои главные вопросы Алексею. Так. Да, и вопросы уже есть. Большое спасибо, Оксана, что вспомнили про то, что можно задавать вопросы. Это очень круто. Алексей, спасибо большое за такое выступление. Очень подробно, действительно, и понятно, на понятном языке вы все это объясняете, хотя терминологии очень много, тем не менее, ну, это очень интересно. Я могу сказать так, как человек как раз из творческой профессии, что даже несмотря на то, что, казалось бы, тут все так с математикой, на математике завязаны все эти коды, 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 слова, 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 но вот любопытно, действительно любопытно, особенно когда на примере сразу все объясняете. А, несколько вопросов прилетело к нам из чата, когда вы выступали. Один из них сразу, первый вопрос в эфире, который пришел от зрителя. А, сколько стоит? Какой формат? Куда нести, как поступать, что делать. Ну, это я уже добавил от себя, тем не менее, он звучит таким образом. Стоимость, формат обучения. Вот такой вот короткий вопрос. Тут, наверное, я помогу Алексею. Да, мы конечно. еще дойдем до этого, у нас еще не кончается А, будет. Эфир. Да, мы обязательно расскажем, поэтому тут немножечко подождать, и все ваши ответы вы получите. Супер. А, так, вопрос от жителя Тюмени. Дает ли это ему какие-то привилегии? Если он в Тюмени. Все, отлично. Привилегии в Тюмени. Если вы из Тюмени, то вы можете посещать наш университет, приходить и работать там, если вам удобно и все-таки хочется посетить университет. Так что там есть библиотека, и вы можете также в нее зайти, познакомиться со своими преподавателями очно. Поэтому для вас это такой бонус, что вы можете познакомиться и вот пожить в этой все-таки студенческой среде, несмотря на то, что вы будете учиться онлайн, и вам не нужно ездить туда каждый день. Супер. А вот со следующим вопросом, уж это точно к Алексею. Алексей, почему вы решили стать ментором этой программы? Такой вопрос, мне кажется, с подковыркой, мне кажется. Дело в том, что на каком-то этапе уже хочется, ну, то есть я управляю там несколькими командами на работе и очень часто сталкиваюсь с тем, что там помогаю, учу как-то вот. То есть работаю с людьми, с сотрудниками, мне это очень нравится, особенно вызывает такой восторг, когда ты что-то человеку объяснил, что-то рассказал, и он это применил, у него получилось, и он дает какие-то результаты. Поэтому вот это вот у меня, это больше желание как-то делиться. Нет такого страха, что там, допустим, нас заменят всех молодые специалисты, потому что места всем хватит, и очень хочется, чтобы в России все-таки вот этот класс молодых IT-специалистов больше развивался, приходили новые люди, и в том числе к нам, работать с нами, потому что кадров действительно не хватает. А, Алексей, еще вопрос тоже связан непосредственно с вами. Вы рассказали о своем опыте, с чего вы начинали, и вот к чему в итоге пришли, мы уже знаем, мы видим, мы слышим. А как вы решили стать разработчиком? Почему вот, как вы пришли к этому? Это очень интересный, необычный опыт. Я как сейчас это помню, у меня был какой-то компьютер на базе Windows, по-моему, 98, и я там нашел внутри текстовый файл. Как оказалось, это потом был, по-моему, Windows Script, так называемый. Какой-то текстовый файл, в котором были написаны какие-то непонятные, там вот, что-то вроде программы. Я в этом файле внес какие-то изменения, там было текстовое сообщение об ошибке. Я поправил это текстовое сообщение об ошибке, запустил файл, и, к моему огромному удивлению, тот текст, который я написал на экране, который написал в этом файле, вывелся в виде сообщения об ошибке. И меня вот в этот момент до глубины души поразило, что вот так вот просто можно, написав что-то, заставить там вот эту вот машину сложнейшую, делать то, что ты хочешь. И после этого, кажется, уже процесс стал необратим. То есть я пошел в библиотеку, взял какие-то книжки. То есть тогда еще интернета практически не было. Интернет появился через несколько лет в виде там какого-то диалапа с модемами, с телефонами. То есть я пошел в библиотеку, взял книгу по какому-то совершенно неизвестному языку программирования, начал читать, и вот с этого времени
не могу остановиться. Сколько было вам лет? Мне было года 22. О, достаточно большой возраст. Нас ребята смотрят, им всем по 16, кому-то только-только 17 исполнилось. Но и возможности у них совершенно другие. Им уже не надо бежать в библиотеку, они вот уже сейчас держат в руках свои смартфоны, свои девайсы, и таким образом образовываются и получают полезную информацию. Спасибо большое, Алексей. Так, пока вопросов больше нету, я хочу напомнить нашим зрителям, что, ребят, у вас сейчас невероятная возможность лично задавать вопросы нашим гостям, нашим спикерам. Сегодня мы в нетологии. Оксана, следующая информация, которой вы хотите с нами поделиться? Тут я, наверное, скажу большое спасибо Алексею, что он сегодня присутствовал и рассказал Да, про такую безусловно, спасибо. возможность. И мы переходим ко второй части нашего вебинара. Мы сейчас подробнее расскажем про программу и ответим как раз на первый вопрос, который вы, Андрей, задали, про Да, сколько формат и стоит, про почту. куда нести, как, что? Да. Теперь давайте про программу. Программа у нас стартует 1 сентября, вот уже в этом году. То есть сейчас мы сдаем ЕГЭ, и дальше уже с 20 июня мы принимаем документы в Тюменский государственный университет, где вы сможете уже подать свои документы, результаты ЕГЭ. А направление подготовки у нас 09-03-02, то есть это информационные системы и технологии, и профили разработка IT-продуктов и информационных систем. То есть вы будете выходить разработчиками у нас. А бакалавриат у нас очный. Что это значит? Что вы имеете все привилегии обычных студентов, то есть вы можете кататься на маршрутке с проездным, вы можете также получать какие-то выплаты для студентов. Могу предупредить, что у нас, несмотря на то, что именно вузовские стипендии не действуют, но будет возможность и информация чуть позже о том, какие есть стипендии непосредственно в области, то есть вы сможете еще и получать стипендию. Но у нас в дистанционном формате обучения, то есть вам не нужно приходить в университет, все, получается, вебинары, лекции у нас проходят в онлайне, в режиме диалога, так же, как мы сегодня с вами видим. Продолжительность обучения, как в обычном бакалавриате, у нас 4 года. Выдается диплом государственного образца и сертификат орнитологии. Немножечко про диплом. Диплом у нас выдается от Тюменского государственного университета. Официальный диплом, в нем не написано, что программа у нас онлайн либо дистанционная. То есть получаете обычный диплом, который вы получили, если пошли в обычное очное образование. И кроме этого получается сертификат орнитологии, который как раз подтверждает о том, что вы учились на одном из наших треков. Кроме этого включает программу трудоустройства Центра развития карьеры орнитологии, но об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Также вот уже говорила про диплом, то есть это будет самый обычный диплом, выглядеть вот так, как вы видите на экране, то есть за это переживать не нужно, что там это будет заочно, это будет очная форма с обычным красивым дипломом в корочках. В основе обучения у нас всегда лежит работа над реальными кейсами, то есть все программы, которые мы строим, это практикоориентированные программы, то есть вы будете объединяться в студенческие команды, решать кейсы от наших партнеров. К вам будет подключаться Алексей, наш ментор, который будет вам помогать и пытаться, скажем так, вывести вас на правильный путь разработчика. И такой подход нам позволяет во время обучения уже получать первый практический опыт. И теперь немножко как раз про формат обучения. У нас есть комфортное расписание, то есть будете вы учиться 3-4, возможно, 5 дней, но все это будет в простом режиме в онлайне. У нас будет примерно 3-4 в будний день и один раз в выходной. То есть мы будем стараться больше на выходные, чтобы вы тоже успевали, если вдруг вы там работаете или хотите пойти на работу. Будем учиться у нас в будний день днем, пока время расписания мы уточняем, то есть в зависимости будет от каждого семестра немножко разное. Обучаться мы будем по субботам где-то там с 9 утра. Вам понадобится примерно 25-30 часов в неделю на обучение. Насчет семинаров и лекций. Лекции у нас предзаписаны, то есть вам не нужно будет приходить и слушать лекции, они у вас будут все время в вашем личном кабинете, вы можете смотреть в удобное время, пока завтракаете, либо едете в транспорте, вы можете как раз уже поглощать информацию про лекции. Вебинар у нас будет проходить онлайн, как сегодня, то есть в комфортном режиме вы будете встречаться с экспертами и у них задавать как раз вопросы. И теперь про общение и поддержку. Смотрите, несмотря на то, что наша программа онлайн, мы не забываем про общение. То есть мы всегда с вами на связи. То есть у нас будет специальный человек, который будет помогать вам и отвечать на ваши вопросы. Он у нас называется координатор. Он поможет вам разобраться непосредственно с личным кабинетом, расскажет про то, где что нажимать, и если у вас
будут всегда вопросы, он будет отвечать вам в течение всего рабочего дня. Он проведет онбординг и адаптацию, то есть вам не нужно переживать, что вы запутаетесь в онлайне. Нет, все будет намного проще, и все время человечек будет вас с собой. Кроме этого, он будет отвечать на ваши вопросы, помогать во время сессии. Если там вы не успеваете, или у вас будет там греть дедлайн, он будет помогать вам, если что, тоже переносить или постараться переносить экзамен. И также помогать отстающим, если вдруг у нас такие будут. То есть задача координатора – сделать обучение комфортным для вас, для студентов, и все время не беспокоиться за то, что с вами кого-то нет. То есть у нас есть одно окно, и вам не нужно бежать в университет и задавать миллион вопросов миллионам людей. Теперь про наших партнеров. Здесь мы собрали картиночки партнеров, которые будут как раз предоставлять вам кейсы, предоставлять вам стажировки и практики. То есть мы там не говорим, что нетология — это только одна компания. Нет, с нами работает миллион компаний, которые как раз делают вашу программу более практикоориентированной. И теперь немножечко про реальный опыт. В разработке уже с первого курса вы будете получать вот этот реальный опыт. То есть на первом курсе у нас будет дисциплина, на которой будет уже собрано несколько кейсов от наших партнеров, где вы в команде уже сможете их решать. Это как бы будет ваша такая экзаменационная работа, маленький MVP-продукт, где уже сможете показать все свои, скажем так, знания на практике. Кроме этого, на втором курсе вас ждет учебная практика. Учебная практика, она будет проходить у нас непосредственно наших партнеров, то есть причем практики у нас проходят также в онлайне, и на третьем курсе у нас уже будут и хакатоны, и стажировки, и какие-то дополнительные проекты. То есть каждый курс у нас пронизан как раз вот этими различными проектами от наших партнеров. Теперь немножечко о программе. Смотрите, программа у нас очень большая, потому что бакалавриат — это 4 года, поэтому чуть больше всех дисциплинах вы сможете посмотреть по нашему QR-коду или потом по ссылочке, потому что ссылка на непосредственно презентацию будет, но расскажу немножечко про обучение. То есть первый, второй курс — это получайте базовые знания в области математики, информатики, а также определяйтесь в профессии. Чтобы вам определиться в профессию, у нас есть дисциплина. Это как раз профильная дисциплина, где мы сделаем несколько встреч с различными практиками, которые работают на каждом направлении, то есть на фронтенд, бэкенд и мобильной разработке. И кроме этого у вас как раз будут кейсы по различным направлениям, где вы сможете понять, кем вам интереснее и удобнее работать. И на третьем курсе вы уже будете учиться по направлениям, то есть у каждого из студентов будут свои дисциплины, на которые он будет ходить именно по данному треку. И теперь про поступление. Сейчас мы уже принимаем заявки на нашем лендинге. Вы тоже можете уже переходить на него. И с 20 июня уже можно нести документы в университет и подавать, и непосредственно подавать все свои документы. С 13 июля у нас старт вступительных испытаний для тех, кто у нас поступает не по ЕГЭ, а вот как раз ребята, которые уже имеют среднее профессиональное или высшее образование. И до 20 августа вам обязательно нужно принести непосредственно свои документы и оригинал диплома. Про него мы не забываем. И теперь немножечко про формат поступления. Мы можем поступать по ЕГЭ. ЕГЭ мы принимаем это по русскому языку, математика — это у нас обязательные дисциплины. И третий экзамен у нас на выбор. То есть вы можете сдать либо информатику, физику, химию, либо английский язык. Со всеми этими предметами мы принимаем к себе в университет. По вступительным испытаниям у нас поступают люди, которые окончили среднее профессиональное либо высшее образование, которые как раз хотят изменить свою профессию и начать новый путь. Также люди с инвалидностью, иностранные граждане или граждане, которые имеют иностранные дипломы. Поэтому если вы вдруг учились не в нашей стране, но хотите поступить на наш бакалавриат, то мы протертыми руками вас ждем. И также дети военнослужащих и их сотрудников. Теперь немножечко про оплату. У нас стоимость за семестр получается 110 тысяч. Оплата у нас по семестрам, но, возможно, рассрочка со второго года обучения, поэтому не переживайте, мы все время идем к вам навстречу. Кроме этого, можно получить образовательный кредит на обучение с господдержкой, где вы сможете в удобном вам режиме непосредственно оплачивать программу. И возврат налогового вычета 13%. То есть все мы делаем совершенно для студентов и пытаемся заботиться о том, чтобы вам было и комфортно и обучаться, и непосредственно оплачивать данную программу. На этом у нас все. Думаю, что мы как раз переходим к нашим вопросам. На слайде у нас есть... На слайде у нас есть консультант программы, менеджер по обучению. Вы можете как раз вот посмотреть ее контакты, и если еще остаются вопросы, которые после вебинара у нас будут, то все время ей написать. Великолепно. Так. Я уверен, что вопросов только прибавится после нашего вебинара, в том плане, что
захочется скорее уже к вам попасть, потому что и про неоткрытых дверей вопросы есть, и вот сейчас хотелось бы их все задать. Оксана, надеюсь, вы готовы. Так, в первую очередь, ребята, кто уже готов поступить, задают вопрос, а что происходит с студенческой жизнью? Есть ли какие-то клубы, как в университетах физических? Как вот этот вопрос решается у вас? Смотрите, тут я думаю, что не нужно переживать студентам, несмотря на то, что мы онлайн-программа, то мы стремимся, чтобы наши студенты общались. Первое, мы организуем непосредственно очные встречи, то есть мы с ребятами выбираем город, где непосредственно хотим встретиться, и пытаемся по максимальному съездить в нем и познакомиться непосредственно очно. Кроме этого, у нас есть различные форматы. Первое – это Random Coffee, то есть вы рандомно выбираете себе партнера, с которым будете знакомиться. И у нас даже есть карточки подготовленные, какие вопросы можно задать. Там, например, что ты любишь готовить или еще что-то. То есть это помогает студентам знакомиться и вот как раз убирать вот это то, что мы в онлайне и друг друга не знаем. Кроме этого, у нас есть speed dating. Это вот как раз встречи по там, 5 минут с различными студентами. И не переживайте, вы будете общаться не только внутри своей программы, мы будем стараться знакомить ребят из различных наших бакалавриатских программ, то есть вы сможете познакомиться, и мы делаем это для того, чтобы дальше, к примеру, на хакатоне вы уже могли подбирать, возможно, себе в команду ребят из наших других программ, для того, чтобы это было интереснее и, возможно, как-то компенсировать ваши способности. Кроме этого, мы все время стараемся организовывать какие-то открытые занятия, где студенты могут сами что-то рассказать, то есть поэтому у нас нету там, скажем так, каких-то границ, когда мы говорим, что это онлайн-бакалавриат. Мы всегда открыты для того, чтобы наши студенты общались друг с другом. Великолепно. А скажите, пожалуйста, как именно студенты выбирают вот это одно из трех направлений? На каком курсе это происходит? И если вдруг они поняли, что, ну, там, проучились какое-то время на одном из направлений, например, бэкэнд, поняли, что это не их, и им хочется больше во фронт или в мобиль пойти, могут ли они менять направление? Так. Отличный вопрос. Сначала мы немножечко поговорим про то, как они выбирают. То есть, да, конечно. Да, в конце второго курса у них вот есть дисциплина, и они знакомятся с экспертами. Эксперты у нас будут по каждому направлению, и они могут им задавать вопросы. То есть они готовятся не только на своем опыте в рамках каких-то решений кейсов, но также принимают опыт наших экспертов, наших преподавателей дисциплин. И уже на третьем курсе они пишут заявление на одно из направлений, в котором дальше хотят учиться. Насчет перехода, тут они тоже могут не переживать, что если у них есть понимание, что им там не нравится та или иная дисциплина, тут будем решать индивидуально, и есть и будет возможность там перейти с одного направления на другого, то есть на ранних стадиях. То есть если вы там в начале третьего курса проучились там две лекции, поняли, что нет, там бэкэнд-разработка для меня сложная, лучше я пойду фронтенд, мы спокойно будем переводить. Насчет непосредственно, тут, наверное, все ответила, да, про разработку и про направление. Вроде все, да, я уже такой, вы прочитали мои мысли о следующем вопросе, потому что он есть. А следующий вопрос звучит следующим образом. Насколько гибко, так, как тут написали? А, вот, интересуются люди, насколько гибкая у вас программа, если вдруг не успевает студент, да, можно ли ему как-то решить эту проблему, или догонит он тех, кто уже ушел по программе дальше? Тут можно сразу сказать этим ребятам, чтобы они не переживали, потому что все лекции у нас записаны, а вебинары у нас также сохраняются, поэтому студенты могут в свободное время пересмотреть тот или иной вебинар, на который они не пришли, поэтому могут догнать ребят, которые уже пробежали это. Кроме этого, если у ребят есть там переживания, что они там не успевают, мы также будем, наш координатор будет с ними связываться и пытаться им помочь, возможно, какая-то дополнительная встреча с экспертом. То есть тут тоже не переживаем, мы намного гибко подходим к нашему формату и пытаемся сделать так, чтобы каждый студент дошел непосредственно все 4 года с интересом и попытался вот как раз выбрать для себя профессию, которая интересна именно ему. Супер, спасибо большое. Вопрос аналоговый, я бы его назвал такой. Как решаются аналоговые вопросы у вас в современном формате обучения? Если вдруг нужна справка от вуза, то что вы делаете в такие моменты?
Да, это хороший вопрос. На самом деле он такой немножечко сложный, с одной стороны, в онлайн-образовании, но тут все решается очень просто. Мы заказываем непосредственно ту или иную справку от университета, также у нас и зачетки. Мы все это уже отправляем по почте. То есть вуз формирует на каждого студента такой пакет документов и отправляет его по почте. Вы получаете, получается, и студенческий билет, и зачетную книжку, и получается вы такой официальный настоящий студент, который не живет в Тюменском государстве, ну, в Тюмени, а живет в какой-нибудь другой области, но имеет вот эти все корочки и может называть себя полноценно студентом очного А, это бакалавриата. супер. Это супер, это круто, это действительно классное уточнение. И я так понимаю, что все вот уже упомянули вскользь до этого, Оксана, про льготы студенческие, да, что вот на проезд вот это все можно оформлять. Какие-то еще, может быть, льготы есть особенные у вашего вуза? Нет, смотрите, вуз у нас, получается, нету каких-то дополнительных особенных льгот, но мы не забываем про вот эти все основные. То есть, кроме этого, мы не забываем про отсрочку от армии, потому что это очный бакалавриат, и вы официально у нас учитесь, и там не переживайте, что мы там куда-то вас заберут. Поэтому вот мы посещаем все наши музеи. И получается еще возможность есть про стипендии. Стипендии у нас будут области, но уже о них мы непосредственно, если у вас есть какие-то вопросы по стипендиям, будем решать их уже за рамками вебинара, поэтому не переживайте, тут тоже есть дополнительная такая возможность. Вот буквально только что прилетел вопрос, есть ли отсрочка от армии, и вы вот тут Да. почувствовали, что он есть, и тут же на него ответили. Оксана, большое спасибо. Так, дорогие зрители, у вас есть буквально крайний шанс лично прямо сейчас в прямом эфире задать вопросы нашим гостям, потом только уже просканировав QR-код и также лично написав в нетологию, где вам оперативно оператор ответит. Ну а сейчас, пока вот я даю этот шанс, тяну время, я хотел бы обратиться к нашим гостям. Во-первых, еще раз большое вам спасибо за такой подробный рассказ, Алексей, великолепно, спасибо, все очень понятно. Вот здорово, когда тебе объясняют о чем ты вообще не понимаешь, но настолько понятно и адаптировано, что ты такой, да вообще, что там, фронт-энд, бэк-энд, сейчас сделаю, что тебе нарисовать надо или поддержать сзади, чтобы не падало. И все, я теперь тоже могу это своими словами все объяснить. Оксана, большое спасибо, великолепно вы все рассказали, вы все понятно тоже, на все вопросы ответили. И вот моя последняя такая, знаете, некая просьба от имени всех абитуриентов, которые нас смотрят, это, может быть, какой-то совет им еще дать? Вот, если вдруг они сомневаются, или если они уже не сомневаются, они уже решили, что они идут в нетологию, и родителей ваше выступление. Вот, стоп, вопрос прилетел. Точно не нужно быть гражданином РФ. Могут ли быть иностранные студенты у вас? Да, у нас могут быть иностранные студенты, и под опыту у нас есть иностранные студенты, и мы их очень любим. Но главное понимать этим студентам, что у нас вся программа на русском языке, поэтому если вы там не знаете русский, будет сложновато, но возможно. Все, спасибо большое. И все-таки я закончу свой предыдущий вопрос. Пожелать, что-нибудь пожелать нашему абитуриенту. Вот, Алексей, просим. Я бы пожелал стремиться к своей мечте. То есть, если вы действительно чувствуете, что вам интересны вот эти все современные технологии, они сейчас развиваются семимильными шагами, и, может быть, даже в скором времени компьютеры всех нас заменят. Вот если хотите быть к этому причастными, очень рекомендую влететь в IT и попробовать, что это такое. Спасибо большое, Оксана. Ну, я думаю, что не бояться делать выбор и не бояться что-то пробовать новое, потому что у нас, у нетологии, всегда такая миссия, чтобы люди не боялись изменить, возможно, свою жизнь. Поэтому, если вы сейчас нас смотрите и думаете, а точно ли мне нужно идти в разработку, то, возможно, это как раз шанс, сделать первый шажочек своей новой жизни. Великолепно. Ну что ж, я напомню, что сегодня мы общались с представителями бакалавриата образовательной платформы «Нетология», ментором бакалавриата программы разработки IT-продуктов и информационных систем Алексеем Топчей. Большое спасибо, Алексей, еще раз. И продюсером онлайн-бакалавриата Оксаной. Спасибо тебе большое, Оксана, еще раз. А, дорогие зрители, все это онлайн-марафон.
Всероссийский день открытых дверей. Возможность вам не просто узнать, а лично пообщаться с ведущими вузами нашей страны. По итогу марафона подготовить для себя определенно самую что ни на есть эксклюзивную подборку лучших учебных заведений, среди которых определенно точно будет вуз вашей мечты. Это все Учеба.ру и ВКонтакте. Как я уже сказал, онлайн-марафон Всероссийский день открытых дверей. Вот тут вот, где-то вот. Вот с этой стороны. Видите, там написано Учеба.ру и ВКонтакте, чтобы не перепутали. Ставьте лайк трансляции, делитесь ей со своими друзьями, одноклассниками и родителями. Меня зовут Андрей Кекс, еще увидимся. Пока.